Полное описание и точный дата выхода с 10 по 12 серию нового сериала «Акула». С 10 по 12 серию сериала будут выходить на НТВ 17 июня. 10 серия. Кулаков рассказывает Торопову, что был внедрен в банду по заданию ФСБ. Однако Скоропятов не подтверждает факт их сотрудничества. Люди Кирилла в полицейской форме приезжают на место встречи Шульца с Каримом и, перестреляв его бойцов, забирают ящики с оружием. Шульцу и Стасу удается скрыться. Чтобы инцидент не повлиял на бизнес, Шульц обещает Кариму 3% сверху, а Кирилл пытается перекупить сырье еще дороже. 11 серия. В камере Кулакова навещает 45-м, который пытается понять, есть ли еще польза от их сотрудничества. Акула, чтобы спасти себя и семью, предлагает отбить у Шульца химика, отобрать у Кирилла деньги и оружие и выступить перед Каримом в качестве нового игрока на рынке. 45-м выделяет на операцию 3 дня. Кириллу сообщают, что вместо Шульца у казахов теперь новый партнер – Акула. 12 серия. Чтобы вычислить крысу у Карима, Акуле показывают старую запись оперативной съемки в кафе с бойцами Кирилла. На видео Акула замечает Дроздова с женщиной. Это жена Шульца. Акуле удается с ней поговорить. Через соцсеть Акула выходит на связь с Каримом. Чтобы втереться в доверие, он подсказывает, что его приближенный Рауф работает на Кирилла. Карим соглашается на встречу. Сотрудники ФСБ готовят партию оружия для сделки. Акула должен передать его Кариму в обмен на сырье для наркотиков. Напомним, финальные серии сериала выйдут на НТВ 17 июня. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.